Здравствуйте, вы слышите музыку? Если да, поднимите руку. Сколько ты живешь на этой земле? Обошел ли ты ее всю? Или сделал несколько шагов, а уже считаешь себя хозяином пространства и времени? Абстрагировавшись от городского шума и суеты, они пройдут этот путь вместе. И уже не важен возраст или социальное положение. Главное — следовать за голосом в наушниках. Это основное условие спектакля «К детству». Он – голос, сегодня гид по времени и пространству. Он – путеводитель по закоулкам памяти. По задумке организаторов, мы не можем показать все локации, поэтому пока герои движутся на этом поезде в детство, мы предлагаем перенестись ближе к финалу. Здесь не будет антрактов и профессиональных актеров, в главной роли только сами зрители, а запутанная городская среда превращается в декорации. В тренде с проектом оказались и городские учреждения культуры, которые для «К детству» открыли свои двери. Например, старейшая художественная школа имени Сурикова или хореографический колледж. Единственный момент, где в спектакле появляется классическая сцена. Тянитесь носочком, старайтесь поднять ногу как можно выше. Какой ты молодец. Я уже слышу, как тебе аплодируют. В этом году спектакль «К детству», авторы которого красноярцы Артур Матвеев и Василий Прокушев, стартовал во второй раз при поддержке грантовой программы «Русала». В прошлом сезоне билеты расходились молниеносно. Зрители просят это учесть. Мы старались сделать максимум сеансов. У нас их будет в данном сезоне, если все получится, 13. Поэтому 13 на 20. 260 человек смогут попасть на этот спектакль в этом году. Спектакль «Променад» длится 1,5 часа. Солнце сменяет дождь так же, как эмоции меняются по ходу повествования. А под занавес начинаются танцы. Очень понравилось. Я попала в детство свое, в детство своего ребенка, своих детей. Я помню, как мы вас катали на железной дороге. А, да, на железной дороге. Вот я тоже когда вспомнила. Я в своем детстве не каталась, а вас-то мы катались, с вами катались. Что да, что это точно было. Ты становишься немножко ребенком и начинаешь воспринимать мир как ребенок. Ну, это больше грустные эмоции или радость? Нет, это не грустное, не радостное, это другое. Это сложно описать, нужно прийти почувствовать. Этим летом «К детству» будет идти каждый четверг и пятницу. Подробную информацию можно найти в группе проекта ВКонтакте. И да, спектакль состоится при любой погоде. Юлия Мавшуч, Виталий Субботин, Новости ТВК.